Привет, друзья! Сегодня вновь с вами канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Ну, сегодня у нас продолжение темы «Как приучить собаку клетку, вольеру, будки». Честно говоря, не понимаю, почему эта тема возникла, на эту тему возникли после снятого ролика столько вопросов возникло. Ну, давайте попытаемся ответить на эти вопросы. То есть, нужно ли произносить команду там на место, да, там. Ну, как хотите, пожалуйста, можно произносить команду на место. И как приучать собаку к команде места, я уже ролик снимал. Как приучить собаку к клетке, к будке, тут, ну, все очень просто. То есть подходите, если у вас ставите домашнюю клетку, в принципе, вы создаете зону комфорта. То есть клетка — это комфортная зона, где собака получает пищу, воду, еду, укрывается от всех неприятностей. То есть она ассоциирует эту клетку не как с каким-то местом наказания, да, а наоборот, с прекращением места, с прекращением наказания. То есть место, где наказывать собаку никто никогда не будет. Ну, это один из подходов, да, приучения. То есть изначально вы приучаете животное, когда начинаете кормить именно в клетке. То есть кормить в клетке, бросать туда игрушку, чтобы она зашла, а может быть, сами туда залезете, я не знаю, продемонстрировав то, что клетка не страшна. Ну, как вот мы вот это делали с Риком, например, да, мне вот нужно было вывозить его там на какие-то мероприятия, периодически нужно закрывать его в кабинете, да, там, или когда болеет собака, или там уходишь из дома, когда тоже, то есть, все происходило достаточно просто, то есть, ну, он уже знает, ну, я вам продемонстрирую это все равно, то есть, вот смотрите, вот у нас клеточка, вот стоит клеточка, как мы с ним изучали, сейчас я, наверное, он сам туда, видите, заходит. Сейчас камеру поставлю. То есть я подхожу, забрасываю подкормку в клетку, и собака следом идет туда. Вот и все. Ну, при этом произношу какую-то команду. Ну, например, домой. Рик, домой. Хорошо, молодец. Иди ко мне. Хорошо, молодец. Домой. Хорошо, молодец. Вот у меня подкормка. Я беру эту подкормку. Молодец, хорошо, домой. Домой. Рик. Домой. Хорошо, молодец. Домой. Хорошо, молодец. Хорошо, молодец. Домой. Домой. Хорошо, молодец. Домой. Домой. Хорошо, молодец. Оля. Ну, еще одна такая особенность. Если на первоначальном этапе обучения у вас собака захочет выйти там, да, из клетки, то ни в коем случае ее останавливать не надо. То есть она, чтобы не понимала о том, что клетка — это где она зайдет, ее запрут сейчас же, сразу же. Нет, собака зашла, вышла. Первоначально вы бросаете внутрь клетки подкормки, как я вот это вот делал. Лучше, конечно, когда собака зайдет, зафиксировать ее в положении лежа, чтобы она сразу же привыкала. А впоследствии вы уже не подбрасываете туда корм внутрь клетки, а именно говорите собаке, да, там, домой там, или на место, любая команда, которая там у вас будет звучать. И собака зашла, зафиксировалась, после этого вы даете подкормки. Ну, тем самым вырабатываете обыкновенный рефлекс. Зашла, поощрили, зашла, поощрили. А в следующие моменты, опять же, моменты наказания, вот здесь вот вы
наказываете собаку, да, как только собака начинает заходить внутрь клетки, вы сразу же прекращаете наказание. Этим самым собака понимает, что внутри клетки ее наказывать не будет. Ну вот Герда у нас ни разу не была в клетке, то есть она эту команду там домой место она не знает. Сейчас мы первоначально попробуем научить нашу немецкую овчарку этой команде. Давайте попробуем с вами.